Закончу мысль. Вот в концертном зале «Россия» уже 7 лет подряд собирается теплая компания и исполняет песни Юрия Висбора, отмечает его день рождения. И вот последний раз я исполнял песню, которая называется «Печальная баллада о несчастном укушенном». Ах, жертва я доверия, беды своей родитель, вот слышь, из-за двери я. Укушенный, войдите. Вошел, мое почтение, разделся не спеша. Где место укушения? Я говорю, душа. Тут в кабинете бывшие бумаги теребят. Скажите, укусившая, какая из себя? Так, говорю, обычная, и рост не с бугая. Такая симпатичная, не думал, что змея. Тут на меня обрушились, ругают все кругом. Какой же вы укушенный, дурак, мол, дураком. Мне говорит, послушайте, одна из этих дам, я дам совет, укушенный, не верьте вы людям. Допустим, к вам приблизились с любовью, как туман, а вы твердите мысленно, обман кругом, обман. Нет, говорю, красавица, без веры не пойдет. Уж лучше пусть кусаются, само потом пройдет. Я вышел в ночь столичную, с огнями по краям. Такая симпатичная, не думал, что змея.